Я рад всех приветствовать, Blender 2.79. Мне говорят, что 2.79 устарел, но мне тут тоже нравится, именно приколюхи тут есть нормальные. Вот бы это все дело в 2.80 или 81. Итак, в этом ролике давайте сделаем нашему танку противника. Погнали. Итак, вот начало игры. Жмем английскую P, заходим. Теперь нажимаем по прошлому ролику на кнопку. Переходим именно в тур, зараниваемся, и вот у нас тут появляется противник, танк. Он за нами гоняется, можно сделать, чтобы он еще стрелял. Ну, словом, вот такая штука, если он соприкоснется, то нам будет плохо. Доезжаем до ворот, все, мы переходим во второй тур. Давайте теперь, как это все дело сделать. Переключаемся на сцену, на первую. Колесиком можно все это пока вот так вот подставить. И вот что можно сделать. Я сейчас пока удалю вот этот танк. Вот этот. Нажимаем на него и жмем Delete. Пока не нужен. И погнали теперь, как это все дело происходит. Добавляем сюда файл Import. Можно добавить любой объект. Там, допустим, танк, можно даже, не знаю, самолет пусть сверху летает, бомбит, от снарядов прятаться. Ну, как вариант, конечно. И теперь заходим в Opsh, находим именно вот этот второй танк по роликам, который с двумя стволами. Вот такая штука. Нажимаем на него правой кнопкой мыши, вот выделяем. И заходим в материалы. Чтобы его видеть, давайте создадим ему материал. И сделаем материал какой-нибудь. Ну, у меня был красный, давайте сделаем синий. Вот так. Вроде поприкольнее будет. И теперь вот таким вот образом. S английская. Давайте его уменьшим, ну, чтобы он все равно был больше этого танка. Следом семерка на нампаде. Колесиком подкручиваем. Move перетаскиваем вот сюда. И R английская. Ставим его вот так вот. Перекрутив. Смотрим, чтобы он низко не сидел на площадке. Вот таким образом. Так, следом выбираем первый танк. Заходим в физику и ставим ему динамику. Именно с динамикой, чтобы он был. Вот здесь уже у меня включено. А было на персонаже. Теперь с динамикой. Выбираем танк. И что тут можно сделать? Добавляем ему именно вот эти вот сектор и актуатор, и даже контроллер придется добавить. Добавляем сектор, ставим Always. Это всегда или случайно? Так, вот единственная заморочка, что на английском многое непонятно, но есть ролики, которые только на английском. Нужно вот это все дело подгадать, переводить. Ставим Always всегда. Это он всегда следить будет вот за этим танком. Здесь контроллер ставим XOR. И вот здесь вот ставим именно Switching. Steering вот этот. Ну и теперь все это дело соединяем. Вот таким вот образом. Здесь можно уже закрыть. Здесь будет без изменений. Вот так вот. А вот в этой вкладке нужно поколдовать. Давайте вот так я подниму повыше и поставлю побольше. Так, вот здесь вот Target Object нужно поставить цель нашего нападения. Это будет вот у меня именно танк. Так, Group 40361. Это вот у меня зеленый танк. У вас по названию смотрите именно объект нападения, который у вас стоит. А здесь Navigation, вот этот Mesh, нужно поставить вот в этой вкладке. Сейчас вот покажу. Выбираем вот эту зону, именно по которой они ездят, Play. И так, сейчас это все дело. Вот выбираете вот эту вот тип активации. И Build Navigator Mesh.
вот этот нажимаете, преобразуется именно поле, вот это рабочее, и по нему вот уже будет координация вестись именно к этому танку, следовать будет вот этот танк. Не забываем вот тут эта клавиша Navigation Mesh. Так, теперь опять правой кнопкой мыши выбираем танк. И вот у нас здесь есть Navigation Mesh. Выбираем его и находим название. Сейчас вам покажу, как оно называется. Nav Mesh. Вот этот. Вот мы его ставим. Следом здесь скорость 3000. Это слишком быстро. Давайте поставим 1000. Дистанция вот стоит, потом turn speed, акселератор, тоже нужно по-русски это все дело читать. И вот это вот пока все отключим и посмотрим, как все это дело работает. Поставлю его так, пока не буду игру включать. Нажимаем P. И вы видите, что танк движется навстречу этому танку. И сейчас, когда он докоснется до него, он будет его сталкивать с зоной. Вот, вы видите, все, он его сталкивает, и игра перезапускается. Но нам этого не надо. Нам нужно, чтобы он столкнулся с этим танком, и именно игра закончилась. Так, как это будем делать? Так, находим теперь вот это Add Sensor, нажимаем коллизия, он должен с ним столкнуться именно. Коллизия, все, здесь ничего не меняем. Как контроллер нажимаем End, типа конец, закончить действие. Так, эту пока свернем штуку и поставим сцена. Нам нужна актуатор именно. Так, находим сцена, Scale. Сцена. И вот здесь уже стоит рестарт. Игра будет перезагружена. Так, ну что, теперь смотрим, что получилось. Так, я вот так вот поставлю где-то вот таким вот образом. Надеюсь, вам будет видно. И теперь жмем английскую P. Танк начинает убегать. И вот вы видите, что танк боком движется именно этому танку. Нужно настроить еще координацию танка. Выбираем синий танк. Вот так. Заходим теперь опять вот в эту вкладку и находим стиринг вот этот. И нужно настроить вот включить здесь именно верчение. Ну типа он будет вертеться. Потом Z velocity вот этот ось. Короче, все, включаем вот так вот. А здесь ставим, подбираем. Ах ты, прям па-па-па-па-па. Подбираем, короче, ось, по которой он будет нормально, адекватно двигаться. У меня, по-моему, была по Y. Смотрим. Включаем play. Вот его перевернуло. Это неправильно. Чтобы вы увидели, что произошло, вот так поставлю, нажимаем P, и танк переворачивает. Так, теперь нужно другую ось найти, минус Y. Жмем P, опять не подходит. Смотрим теперь минус X, и вот так вот методом тыком. Хороший, кстати, метод, всегда помогает. Так, и ставим X, P, нет, значит уже тогда по минус Z пробуем. Так, нет, значит просто по Z. По Z. Пускаем танк P. Все, вот он движется. Немножко у меня тут почему-то трясучка. Когда включаешь вот эти вот динамик и так далее. Так, смотрим. Теперь включаем английскую P. И вот я начинаю убегать, и он начинает за мной следить. Я в него сталкиваюсь, и он у меня начинает вот
перезагружать игру. Доезжаю до Торуса, и у меня открывается второй тур. SK. Во втором туре можно добавить побольше танков. Можно сделать, чтобы они еще и стреляли. Тогда это уже тур будет жесть, я не знаю. Реально будет его пройти. Надо какие-то преграды будет ставить, чтобы танк именно по кратчайшему пути двигался. Если сейчас прибавить скорость, вот здесь вот можно поставить скорость побольше, поднастроить, докидать какие-то функции этому танку. Можно, давайте попробуем сделать так, Shift D. И добавим два танка. Ну и попробуем, что произойдет. И вот теперь на нас движутся уже два танка. Это жестяк. Вот так мы от них убегаем. И опять к Торусу. И опять второй тур. Все прикольно. Вот такие простые враги. Пока. Потом будем их допичкивать, усовершенствовать. Можно поле побольше сделать. Ну, словом, будем разбираться. Пока рассматриваем принципы. Всем до свидания. До следующих роликов.